Шоу. С тобой Владимир Стражук, и это Инстаньюз. Стартуем! Боишься летать, но хочешь научиться делать это без крыльев? Тогда рекомендую заценить блог итальянского фотографа Симона Браманте. Он научился снимать своих моделей в полете. Согласись, в твоей френд-ленте вряд ли летают трубы, цветы и девушки над полями. Сюрреализм, да и только, но зато чертовски красиво. Перехожу к свободному парню этой недели, и это Андрей Глушков из Нижнего Новгорода. Андрею 20 лет. Вот так можно найти его аккаунт в Инстаграме. Юноша обожает хоккей и красиво отдыхать. Ищет невысокую, красивую, милую, добропорядочную девушку, и чтобы непременно с голубыми глазами. Мой тебе совет. Если Андрей тебя зацепил, а твои глаза другого цвета, надень оттеночные линзы. Удачи! Внимание! Обращаюсь к парням. Если ты хочешь попасть в рубрику «Завидный жених», выкладывай свою фотку с хэштегом «Парень Инстаньюз», и у тебя появятся все шансы попасть в телеэфир. Каждый день в официальном аккаунте телеканала Ю редакторы рассказывают, как работает наш телеканал. А раз в неделю делают репост твоих фоток на заданную тему. Подписывайся и будь в теме. Ровно неделю назад я давал тебе задание показать, как ты любишь Инстаньюз. Готовься, сейчас с экрана польется просто море сердечек. На этой неделе весь мир отпраздновал День счастья. В Инстаграме праздник тоже отмечали лайками и разными художествами. Делюсь позитивом. Поехали! Любой телеэфир ограничен, и я не всегда могу показать всех тех, кто старался над фотоработами. Но некоторым точно повезло. Смотри. Очень радует, что вас так много. Спасибо, что цените. Мы тоже вас любим. И держите еще порцию фоток. На десерт видео от девчонок, которые любят телеканал Ю. Звезды нужен делить с тобой, тепло нужен делить с тобой. Немного о развлечениях. 10 апреля в прокат выходит самая долгожданная премьера весны. Фантастический фильм «Дивергент». Мы уже разыгрываем пригласительные на закрытый предпоказ, который состоится за день до премьеры фильма в России. Но это еще не все. У вас также есть возможность выиграть iPhone 5S, чтобы постить еще больше фоточек в Инстаграм. Ищите все подробности на сайте udefistv.ru. Встречай новое приложение. Называется «Мегафото». Внутри десятки съемочных эффектов в реальном времени. Изгибай, видоизменяй, стягивай, искривляй фото до неузнаваемости. К врачу не ходи. «Мегафото» просто прописан людям с хорошим чувством юмора. Как всегда, у меня имеется новое задание на next week, ну то есть на следующую неделю. Тема звучит так. Покажи, как ты любишь спорт. Надеюсь, здесь все понятно. И помни, что в Инстаграме нужно делать аккаунт открытым, иначе фотографии под хэштегами не высвечиваются. И главное, всегда ставь решетку «Инстаньюз». С тобой был я, Владимир Стражук. И по традиции держи фоточку на память. Сегодня, дорогой дизайнер Сергей, преврати меня, пожалуйста, в вареник с картошкой. Люблю это блюдо.